Как помочь своим суставам? Приветствую вас, друзья! С вами Наля Беляева, консультант, партнер Сибирин Велнес, Сибирское здоровье. И сегодня я хочу поделиться с вами, как я избавилась от боли в суставах. Тут дача, огороды, прополка. И меня так заболели колени, коленные суставы, захрустели, заломили. Поясница также заломила, заболела. Что я в первую очередь сделала? Ну, конечно, я новоминчик усилила дозу. Наша антиоксидантная защита с витаминчиками А, С, Е. И в первую очередь еще серу стала принимать сразу, чтобы снять воспаление. Серу обязательно по 2 капсулки в день сразу. Здесь 60 капсул, как раз мне на месяц и хватило. И подключила витаминчики глюкозамин с хондроитином. У меня была одна пачка. Одна упаковочка этого комплекса, а там 30 штучек. Я по 2 капсулы, мне хватило на 15 дней. И потом подошли вот такие мне, это спортивная доза хондроитин с глюкозамином. Здесь они в таблеточках, ну, доза здесь увеличена. Так, также пила легкость движения, чай по одному пакетику. И подключила наружно, что наши сибирские бальзамы, это корень. Корень обязательно, уяномат тоже, он содержит хондроитин, серу также содержит, экстракты сибирских трав. И живокост форте также подключила, потому что там и мумиё, и хондроитин, и экстракт сибирских трав. В общем, вот такая программка у меня получилась, вот все, что было. Так что, друзья, теперь у меня колени не хрустят, спина не ломит, бегаю в лес. Всем рекомендую вот такую программку. Обращайтесь. Более подробно я о продукции, об отзывах, как ей пользоваться, как бесплатно ее покупать и зарабатывать, я делюсь в своем закрытом чате. Пишите, дам ссылочку. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать от меня полезные видео. С вами была Наля Беляева. Всем пока-пока!